Вот я все ингредиенты добавила в борщ. Ну, в смысле, они еще отдельно. Лук добавила вот сюда. Морковку с свеклой. А сюда добавила тоже лук и томатную пасту. Сюда перец посыпалась. Тем более бульончик стал более розовый. Ну, кстати, чуть-чуть кисленькой добавилось. Я его пробую, чтобы не был сладкий. Морковка, во-первых, дает сладости. В принципе, картошка дает сладости. Сама по себе картошка сладкая. Вообще вот в этих китайских дорамах это называется сладкий картофель. Они его запекают. Все равно сладковато. Чуть-чуть надо еще кетчупа. Сейчас добавлю. Собачки, собачки. Ой, остро. Ой, сейчас буду. Пересыпала перца. А! Кирюшке нравится. Ну-ка, еще раз попробую. Чуть правда пересыпала. Я что-то так сначала красный перец добавила. Сладкий. А потом у меня есть молотый. Черный. Ну да, больше приправ не надо сыпать. Чего перец полезный? Ух, какая дымуха. Вот у меня форточка открыта. Сегодня ветер такой.